Около 1000 населенных пунктов в 11 областях Украины обесточены из-за непогоды. Больше всего снега до полуметра на западе страны. Из-за метелей осложнен проезд транспорта и поездов. По словам синоптиков, циклон, вызвавший метели, проливные дожди на юге, выйдет за пределы Украины. И снег шел всю ночь, коммунальники работали, близко 600 единиц техники, мы 3000 тонн соли уже высыпали за ночь на улице города. Это дало змогу сейчас не відбутися каким-то серьезным ДТП, транспорт рухається. В Крыму дожди и мокрый снег. Накануне из-за непогоды прекратила работу Керченская паромная переправа.